меня прошло боевое крещение. Да. Маша прошла боевое крещение. Теперь эта яма будет приносить очень-очень много денег. Все в нефти. Да, все в нефти, блядь. Вы только посмотрите, кто к нам приехал. Двойка гоночная. Блин, второй двойки сегодня нет. Я приехала сколько? Так что моя двойка осталась дома. Вот приехала другая. Сейчас будем ее делать. Мне осталось тут только подскользнуться, навернуться и растянуться в этой луже масла. Для полного счастья мне не хватало только тут поплавать. О, принесли. Мама пришла, мне кроссовки принесла. Да тут уже чисто, в целом, так что, смотрите, уже отмыло почему. А? Ну и как ты тут ванны принимаешь масляные, нормально? Не очень, кроссовки все вон, все в масле.